Вы на канале Футбол! С вами Айвамиль Агайшерхан! Сегодня будем снимать футбол. Набираю 1000 лайков, чтобы вышел новые вещи футбола Адрим Лиги. Или что хотите о Мортал Комбате? В следующий раз мы будем напишите в комментарии, кого вы хотите видеть, вашего любимого игрока. Да. Зачем ты снял? Зачем ты снял, Сархан? Вот. Напишите в комментарии, мы должны собирать 3000 лайков, чтобы вышла новая серия о Mortal Kombat. Собирать 1000 лайков, мы будем снимать о Mortal Kombat. Это мой состав. Сегодня мы играем против Кейлышев. Погба. Что? Погба? Погбу продали. Я вам советую скачать это. Марио. Вы кого хотите видеть вас в составе? Давай перезапишем эту игру. Перезапуск. Блин, запишу нельзя. Начинаем. У меня самый слабый состав на свете. Ничего, мы сыграем с этим составом. Но он не слабый. Но он слабый. Мы сыграем с этим составом. Но у меня сильнее состав. Сам никогда не ставь мне что. Должно же быть когда-то продолжение следует. Второй тайм это будет продолжение следует. Я же устану держать руку. Смотри, как быстро идет. Ноль-ноль. Это продолжение следует никогда не бывает. Когда большие мультики бывают. Когда большие бывают. У меня жука уже встала. Сейчас? Да. И быстро? Чуть-чуть, когда второй тайм где-то встанет. Смотри, может, 23 минут тоже встал. Мой ворота самый сильный. Он никаких голов никогда не пропускает. Рафиня! Идет самый классический игрок Барселоны. Рафиня. Игрок. Так, даем пас. Свободно даже наш. Копер. Бум. И у нас номер это... Черт, давайте. Давайте. Они под дождем играют в футбол. Напишите, какая ваша любимая команда. Например, моя любимая команда Барселона. А моего брата Реал Мадрид. Знаю, что его с нами нету. Он с нами и с нами. Я вот здесь сзади снимаю все. И все слышу. И две осталось минуты. Две свободных игрока. Ай! Все. Не надо. Мы прямо в состав заходим. Я не могу держать кровь. Шарка, ради братика. У нас 3 замены. Мор, Лодин, Кай. У него 2. Теперь мы стали сильными. Оп. Копе. Ой, красная икра.
Красно. Это же не красный шок. Напишите комментарий, какова у вас любимая команда. Например, моя Барселона, а моего брата Реал Мадрид. Хватит 100 раз говорить, да, ребята? Ой. Что? Что? Строп? Купер. Прости, Купер. А мне мама телефон нехорошо снимает. А? Смотри, как снимает. Пару вещей мы там отрезаем, Сархан. Зачем? И все. Сейчас 66-я минута. Все, 8-я. Они не хотят забивать, потому что они сильные. 78-я минута. Блин. 0-0 и никто не. 83-я минута, не даем. И за гол. И гола нет. И спасаю ворота, опять спасаю. Прям круто. И 2 минуты осталось до этой. Ай, блин. Ну, на 2 минуты. Ну, что? И это за следующая игра будет на другое время. Не зависимо. Что еще надо? А я мерзлохте устал, я не могу больше держать. Почему? Простите. И это же быстро не будет. Фу. Дальше снимаем. Сможешь вместе мне сыграть, если не проиграешь? Мама, сделай до слабее игроки. Ой, блин, Реал Мадрид сыграл. Мама, смотри на мой локоть. Вот так сможешь снимать вот здесь? Вот так сможешь снимать? Я не смогу. Вот так, Захар. Я могу лежать снимать. А вот отсюда? Нет, ты... Вот так снимать сможешь? Вот так. Подожди. Проверю. Вот это место стерю. Так сможешь? Или вот так? Это вставай. Кто? Арбери взял мадридский игрок. 80-200. Давай, Сархан. 200. Вот так что, давай сними, давай так набираем. Ты как посмотришь? Подвейте, мы кого сможем купить? А мне так не могу. У меня руки вот так идут. Я так же не могу снимать, Амель. Блин, опять. Ой. Так, я позову кого нам купят. Кому? Надеюсь, деньги. Вам деньги остались. А кого у нас не хватает в этом составе? Так. Вот такие. Так кого еще не хватало? Ами, смотри, как я снимаю. Это неровно идет. Смотри, Ами, смотри.
ты неровно идет, видишь? Почему? Потому что я так держу, а твой планшет вот так. Ничего. Блин, раз мне 4-5. Давайте Рафиню продадим. У нас много денег было. Зачем я его продал? Я продал Рафиню. А это из какого? Барселонский игрок. Давай посмотрим. Я продал своего любимого игрока. Ну зато тебя один остался игрок лучший. Самые худшие игроки у меня здесь. Из Барселоны тоже один есть. Нет у меня ни одного барселонского игрока, никакого. Ни одного. Это трансферы! Бразильский только не должен зайти. Криштиану! Где? А нет, это не Криштиану. Похож был на Криштиану. Ру-ру-ру-ру-рук! И заведи Арсенал. Иди. Ами быстро, да? А то я перестану снимать. Родригос. Его нету здесь. Нет. Зачем я его продал? Зачем? А мне больше не могу снимать. А мне правда больше не могу снимать. Все. В этом мы заканчиваем.